Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 6 на странице 14 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Какие числа можно записать в пустые кружки так, чтобы соблюдалось правило? Стрелка направлена от кружка с большим числом к кружку с меньшим. Попробуй найти несколько способов. Вот у нас 7. Значит, здесь стрелка направляется к кружку с меньшим числом 6. Здесь 5. А здесь может быть 4. 2. Меньше 1. Здесь мы можем написать 4. А здесь 3. Здесь меньше 3. Чем 4, а 2 меньше, чем 3, а 4 меньше, чем 1. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.